Вы все хорошо знаете свои имена? Да. Давайте сейчас на счет раз, два, три, каждый громко кричит свое имя. Дети веселятся, музыка играет, самовары кипят. Во дворе 473-го дома по улице Карла Маркса сегодня шумно и многолюдно. В преддверии учебного года решили проводить лето и встретить осень дворовым праздником. Пока дети водят хороводы, взрослые разговаривают о насущном. Тем более, что появилась уникальная возможность задать все интересующие вопросы напрямую депутатам. На празднике двора присутствуют народные избранники сразу трех уровней – районного, городского и губернского. Речь идет о том, чтобы власть реально была здесь среди людей. И разделяла и радости, помогала решать проблемы, чтобы власть всегда присутствовала, и люди понимали, что есть власть реальная здесь на месте, которая решает их проблемы. Сегодняшним мероприятием мы разбиваем некий такой лед недоверия друг с другом, недоверия между людьми и властью. И можем, оказывается, вместе петь песни, да? Вместе готовиться к школе, вместе общаться, вместе радоваться. Людям праздник, депутатам работа и большая ответственность. Именно здесь, в неформальной обстановке, к ним поступают самые важные вопросы. Это настоящая возможность посмотреть друг другу в глаза и понять проблемы, которые нас окружают, и принять решение, как бороться с этими проблемами. Задача этого праздника – объединить всех нас, потому что вместе мы сила, вместе мы победим. Изменения уже начались, отмечают жители. Двор начали приводить в порядок. Отношение к людям очень хорошее. То есть площадки стали трудоустраивать. То есть у нас были разбиты, у нас во дворе все площадки починили, качельки, горки. Вон мы с малышкой ходим с удовольствием. Жители обещают ухаживать за своим двором, чтобы каждый новый праздник был еще краше, еще веселей. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов, события.